Друзья, здравствуйте. А у нас радость. Дождь идет второй день. Для нас это счастье. Это розочка вьющаяся. Бутоны опять выкинула. Вот. Для нас это счастье, потому что засуха была страшная уже. Поэтому, если будет еще день поливать, ничего, нормально. У нас там вода бежит по дороге. Козочки сегодня у себя сидят в домике. Погода нелетная. Пусть отдыхают. Ничего страшного. Люди идут. А кто это? Такая дорога у нас. Томуш поэта побил. От старого забора такие у нас столбики есть. И муж, это такие они бетонные, там бордюрчики, такие столбики. И вот он побил, и у нас теперь там, сейчас чуть мне не выходить, может я увеличу, покажу. И у нас там теперь такое сильное клошни нет, но там надо еще бить и бить. Оно... Получится увеличить. А ну-ка. Вон, видите, вот это с краешку, это побитые этот бордюрчики, эти столбики. А там, где лужа, это середина, как идет впадинка такая дороги. Надо дальше бить и бить еще. У нас еще есть что там бить. Так, назад. Опа. Вот такая у нас погода, видите, дождик. Я стою с зонтиком. Дождик капает. Пошла козочкам сено дала. Корм они покушали, водичку поменяла. Все у них там чистенько. А сейчас я, знаете, что хочу сделать? Соседка вчера груш дала, груша-лимонка. Говорит, возьми козочкам. И козочкам, и покушать. Я там покушать взяла маленький кулечек. А то два ведра лимонки. Это. Она говорит, я не знаю, куда девать. Говорит, я уже это и на кучу эту компостную кидаю. Говорит, порежь козочкам, пусть кушаем. Вчера я порезала им одно ведро. Сейчас буду опять резать. Плохое вычищаю, там я им только хорошее. Там, где груша уже плохая, она есть не будет, коза. И вчера оставила там мне детская ванночка старая. И я оставила в этой ванночке. А дождик же прошелся, они теперь в воде там плавают. Но ничего, зато помылись чистенькие. Никак не научусь я паузу ставить на новом телефоне. Вот снимаю видео. И паузу надо нажимать. А здесь я не пойму, как тут нажимать паузу. То муж проснется, то он с ночной смены. Это если я не забуду, пусть мне покажет. Потому что вот я сейчас сниму видео, а потом опять сниму видео. Вот. Так бы я все в одном бы паузу нажала. Сейчас мы сходим. Я сейчас притулю, чтобы дождик не накапал вот так. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Берегу телефон, потому что я недавно один угробила. Так, сейчас я... Вот эта лимонка. Видите, там разная. Она в воде, он уже. Это вчера я принесла от соседки. Вот сейчас порежу. Вот, и будут они кушать эту лимонку. Кусочки хорошие порежу, а то все выкину уже на компостную кучу. Вот такие дела. Ладно, друзья, пойду порежу, потом буду снимать видео, покажу, как козочки кушают. Царь вчера кушал, ему понравилось такое. Десерт такой понравился.